Добро пожаловать! Кто хочет самое вкусное мороженое? Я! Можно мне? Окей, здесь всем хватит. Приятного аппетита! Спасибо! Я обожаю мороженое! Какая идиллия с мороженым! Надо этому помешать! Так. Проверим это кафе-мороженое. Ресторанный критик. Приветики. Именно это мне и нужно. Идеальная добавка к мороженому. Желаете мороженое? Самое вкусное только для вас. Да, отличное мороженое, самое вкусное в городе. Ну ладно, я попробую. Ну как? Не нравится? Фу, гадость. Кошачья шерсть. Это полная антисанитария. И вы продаете это мороженое детям. О, нет. Я закрываю ваше кафе. Ну, пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Нет. Забирай свои вещи и уходи. На выход вместе со своей кошачьей шерстью. Пока, Китти. О, какая досада. Приглашаю вас в свое кафе. Добро пожаловать. Я теперь бездомная. Куда же мне идти? А это кто? Это я хорошо заехал. А, только не трогай меня. Хочешь вкусняшку? Нет? Ты... Мамочки. Эй, не обращай внимания на эти вилы. Я твой большой фанат. Это здорово. Как я рада тебя встретить. Можешь дать мне автограф? Конечно, с удовольствием. Хеллоу, Китти. Вот так. А это тебе. Дарю тебе свой пикап. Правда? Пойду похвастаюсь маме. Теперь у меня есть пикап. Я сделаю из этого пикапа свое новое кафе. О, да. Приступим к работе. Сначала уборка. Оу, сколько мусора. Но я справлюсь. Все лишнее наружу. Антенна. Обожаю. Юху. Оу, надо выпутываться отсюда. Теперь нужно тут все задекорировать. За делом. Новое покрытие на пол. А теперь... Знаю, нужен мой большой логотип. Отлично. Пушистое сиденье как раз для моего милого кафе. Горка с бассейном для моих гостей. А вот и столик. Из красного фоамирана я вырежу бантик. О, совсем как у меня. Из черного фоамирана полоски-усики. Сейчас почти достала. А вот и ушки. Конечно же, мне нужен круглый фонарик. К нему я приклею ушки и бантик. О, да. И усики с мордочкой. Получилась просто прелесть. Фонарик Хеллоу Китти готов. Он так похож на меня. Здесь у меня целое семейство кошачьих фонариков. Теперь закреплю стойку. И развешу свои фонарики. Как славно. Забыла самое главное. Пригласительное на открытие моего кафе. Только бы все получилось. Мое кафе... Привет! Сейчас я вам сделаю мой фирменный смузи. Основа – это сардины. Теперь добавлю клубничный сок. Ew. Он скис. Но об этом никто не узнает. О, свежий паучок. Иди сюда, мой красавчик. Ты просто деликатес. Теперь нужно все хорошенько смешать. Выглядит странно. Какая вкусняшка получилась. А кому добавить взбитых сливок? Мой фирменный смузи готов. Угощайтесь. Восхитительный вкус. Вот, держи. Пахнет странно, мне не хочется. Попробуй, это очень вкусно.
Ну как вам смузи, детки? У меня болит живот. Ставлю дизлайки кафе Кэтнэп. Мы тоже. Нет, нет, нет. Ауч, ауч. Критик скоро придет, а у меня ничего не готово. Здесь будет стойка для коктейлей и сами коктейли в моих китти-бутылочках. О, мне нравится это кулинарное шоу. Попробую. Привет, ребята. Сейчас мы приготовим вкусный милкшейк. Возьмем банан и сладкий тортик. Конечно же, добавим шоколад. И еще один ингредиент – молоко. Клубничка для аромата. Вуаля, и все перемешаем. Это будет вкусно. Смотрите, какой красивый китти-кулер. Как раз для моего китти-коктейля. Аккуратно переливаем напиток. Готово. Ох, как здорово получилось. Мне уже нравится. А вам? Пора возвращаться в кафе. Китти-коктейль уже ждет своих гостей. И, конечно же, украшу все взбитыми сливками. Как вкусно. Приходите попробовать китти-шейк. Так, 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 что здесь у нас? Надо же, чисто. А что за напиток? Мой фирменный китти-шейк. Угощайтесь. О, да, чарующий вкус. Он заслуживает еще одной звезды. Вау, спасибо большое. О, да, получилось. Время приготовить новое блюдо. А вот и мой секретный рецепт. Секретный рецепт? Я должна его украсть. Ага, я поняла. Ну что ж, за дело. Ауч. Я выкраду его. Бррр, вода. Мокро. Но я не сдамся. Парам-парам-пум-пум-пам. Ауч! Ладно, я справлюсь и без рецепта. Готово! Hello Kitty, спасибо! С радостью попробую твой новый десерт. Стой, мой десерт вкуснее. Попробуй. Фу, это невозможно есть. Ты хотела меня отравить? Как не стыдно, я же известный критик. Попробуйте мой десерт. С удовольствием. Вау, вкус детства. Это заслуживает целых 2 звезд. Неужели? О, спасибо большое. Ну и что там за секретный ингредиент? Секретный ингредиент – это любовь? Чепуха! Мое кафе. Мне никогда не стать такой же классной кошкой, как ты. Эй, Кэтнэп, давай я помогу тебе. Давай превратим тебя в Hello Kitty. Для начала умоем тебя. Вот так. Отличный цвет. А теперь нужно умыть лицо. Готово? Вау, какая чистота и свежесть. Займемся макияжем в стиле Hello Kitty. Это будет миленько. Мне нравится. Финальный штрих – блестящие губки. Как здорово! А теперь тебе нужно переодеться. Покружись хорошенько, и сработает магия. Покружиться? Поняла. Я похожа на Hello Kitty. У нас все получилось. Осталась только одна деталь – твой бантик. Как мне это нравится! Это моя дочь. Я привел ее посмотреть твое кафе. Вау, папочка, посмотри, какая кошечка. Она станет моей лучшей подругой. Привет. О, да.
Она такая милая. Hello Kitty кафе заслуживает 5 звезд. Моя мечта сбылась. Поздравляю, ты это заслужила, Китти. Детка, нам пора домой. А можно нам забрать домой эту кошечку? Ладно, чего не сделаешь ради дочери. Юху, мы будем вместе. Пока. Желаю удачи. Ты не сердишься? Конечно, нет, Китти. Я приготовила подарок. Сыграем? Конечно. Нет, это опасно. Это так волнительно. Я готова. Отлично, я тоже. О нет, у нее ножи. Эсми в опасности. В чем дело? Я не дам тебе навредить, Эсми. Ах так. Усни. В чем дело? Что за жуткий запах? Сардины. Тебе нужен освежитель дыхания. Получай. Что происходит? Китти? Кэтнеп, прекратите! Стоп! Это она! Она начала! Нет, это все она! Она сама напросилась. Посмотри, что у нее в кармане. Что это? Фотографии? Китти, да это же ты! Меня подставили! Спасибо за помощь, Кэтнеп. Есть, мэм. Папа? Апчхи! Кошки? Я так и знал. Апчхи! Фу! Из-за кошек у меня аллергия. Избавься от них немедленно. Но, папа, они мои друзья, не прогоняй их. Ладно, но оставить можешь только одну. Это окончательное решение. Только одну? Счастливого пути! Мы будем скучать. Прощай навсегда. Я никуда не уйду. Мне нужно подумать. Вернусь в 6 и дам окончательный ответ. Осталось 3 часа. Что же делать? Я переделаю комнату в стиле Hello Kitty, и Эсми будет в восторге. Размечталась. Я тоже сделаю мейковер комнаты, и Эсми выберет меня. За делом. Прости, но здесь будет висеть другой плакат. Великолепно. Розовый плед. Побольше мягких игрушек. Сидите тихо. И, конечно, огоньки. Осталось только их распутать. Здорово! Но что делать с полом? Знаю. Застелю его мягким ковриком. Замечательно. Что? Кэтнеп постаралась на славу. Ее половина выглядит и правда круто. Неудачница. Я не могу проиграть. Идея, лови. Клубок ниток. Что это? Упс. Мой план сработал. О, нет. Как завоевать внимание Эсми? А что если... Ну, конечно. Я вручу ей чудесный подарок, и она меня точно оставит. Вау, спасибо, Китти. Друзья навсегда. Прощай, Кэтнеп. Это будет чудесно. Но что подарить? Придумала. Я сделаю подарок из этих старых наушников. Для начала добавлю ушки. Вырезаю и приклеиваю. А теперь бантик. Украшу камушками, и подарок готов. Я дома. Вау, как красиво. Китти так красиво все сделала. А это что? Настоящий коллаж. Китти, Китти, ты где? Китти, отзовись.
Не понимаю, где же она? Здесь нет. И здесь тоже. Где же ты? О нет, Китти, что с тобой случилось? Мои любимые игрушки. Отнесу вас домой. Полежите пока тут и отдохните. Да, маловато будет. Придется снова идти работать. Нужны деньги. Ты только посмотри, как бедно она живет. Да уж. Я знаю, как можно порадовать Мию. Ты только представь себе, она возвращается домой, а у нее новая комната. Вау! Класс! Я уже придумала, как мы тут все переделаем. Отличный план! Только сначала нужно подкрепиться. Мусор и паутину долой! Ох, приставучая какая! О, я нашла вкусняшку. Ням-ням. Откуда здесь столько паутины? И пыль веков. Вот так-то лучше. Пропылесосим пол. Тогда пришло время разделить территорию. Граница обозначена, и на мою половину ни ногой. Какой тяжелый мусор. Теперь добавим в комнату немножко декора. О, привет, Кэтнеп. Привет. Этот мусор никогда не закончится. Покрашу-ка я стены. Совсем как мои ушки. Двумя валиками получится быстрее. Нужно взять побольше краски. Отлично получается. Еще немножко. Ага, она красит свои стены. Ну пусть покрасит и мои заодно. Границу можно и подвинуть. О, еще стены. Отлично. Неплохая работа, только скучновато. Надо добавить огоньков. Ой. Вот теперь другое дело. А это что за ткань? Штора. Чего-то не хватает. Завяжу за ней красивый бант. Да я прямо дизайнер. Бе. Что бы еще такого сделать? Поменяю старый комод на новый. Супер. Повешу на стену гирлянду из огоньков. Как же это красиво. Сюда повешу звезды. Новое покрывало. Ты мой хороший, что бы нам еще сюда добавить? Точно, новый телевизор. Круто, скажи. Подожди меня здесь. Скоро вернусь. Вау, вы так круто переделали мой дом. Мы старались. Посмотри на свою новую кроватку. А посмотри сюда, гирлянда и новый телевизор. Спасибо вам огромное, вы самые лучшие друзья. Чем бы мне вас отблагодарить? У меня есть Сникерс. Ам! Ой, упс, случайно получилось. Ладно, у меня еще есть Чупа-Чупс. Спасибо, обойдусь без угощений. Ам! Мне еще нужно сделать домашку. Мои тетрадки, пенал. Делать уроки на полу не годится. Но выход есть. Мы сделаем столик. Добавим ушки. Красный бантик. И приделаем кошачью мордашку. Это тебе. Вау, круто! Спасибо тебе, Китти. Схожу за выпечкой. Вкусно пахнет. Что? О, нет, Кэтнеп. Хе-хе. Что же делать? Придумала. Устрою сквозняк. Откуда ветер дует? О, уснула. Закроем дыру обратно.
В итоге сама себя усыпила. Посмотрим, что там у нее в списке. Пункт номер 2. Всех поймать. Какой кошмар. Надо что-то придумать. Я отлично выспалась. И еще немножко румян сюда. Как мило они щебечут. Прямо подружки. Привет. Идем со мной. Отпусти ее. Не отпущу, она моя. Отпусти. Хватит. Каждый по пол лица. Отлично. Сначала нужно очистить кожу. Теперь нанесем тон. Капельку. Ой, оно какое-то мокрое. Хорошо ложится. Ну что, я уже красотка? Теперь слой пудры. По виду как мука. Смотри, какая палетка теней. Чуть подчеркнем твои брови. А это тени для век. Ну ладно. Одни тени на наружную часть века, а другие на внутреннюю для объема. Добавим немножко блесток. Это значит, что я сегодня буду блистать в школе. Неплохо, пожалуй. Еще маленькая стрелка на нижнем веке. И финальный штрих – блеск для губ. Теперь моя половина. Я удаляюсь. Пока. Сначала нанесем тон. Вау, так гладко. Теперь капельку жидкой пудры на спонж. Розовые румяна для этих милых щечек. Тени на веки. Вау, и мой маленький фирменный штрих – сердечко. О, до чего красиво. Моя любимая помада. Готово. Ну и какая половина тебе нравится? Не знаю. Ребята, а чей макияж вам понравился больше? Пишите в комментариях. Ой, мне уже пора в школу. Пока. Пока-пока. Надо бы еще чем-то украсить комнату. Сделаю украшение на стену из цветной бумаги. Сначала сделаю голову, потом вырежу ушки. Белый носик в виде сердечка. Тоненькие усики. Все это клеим вместе, и украшение кэтнеп готово. Повешу его туда. Класс! Хочется еще что-то сделать. Что можно сделать из картона? Сделаю пиньяту в стиле Hello Kitty. Сначала вырезаю каркас в виде головы. Теперь режем полоски на квадратики в виде шерсти. Черные усики, глазки, маленький носик. И получилась пиньята Hello Kitty. Вот как раз можно ее разбить. Нет, подруга, ты не на ту напала. Я вызываю полицию. Полиция прибыла. Полиция! Она уже тут. Арестуйте ее. А что случилось? Вот, посмотрите, это был ее коварный план. Она хотела всех поймать и обезвредить. Но тут же написано «Вечеринка-сюрприз». Ты все неправильно поняла. Что? Упс, как я могла так ошибиться? Да, к твоему дню рождения я украсила квартиру в стиле Hello Kitty. Смастерила всем шапочки в стиле Hello Kitty. И приготовила тебе подарок, милое зеркальце Hello Kitty. Приклеила фигурки на оборотную сторону. И красиво упаковала его в коробочку.
Вот твой подарок, Китти. О, мне так жаль. О, такое милое зеркальце. Спасибо, Кэтнеп. Очень мило. Всего хорошего. Добро пожаловать в мой супер-стильный салон. Прически на любой вкус и цвет. Фух, люблю свою работу. Привет. Здравствуйте. Вот, привела сына. Весь зарос. Привет. Ничего себе. Гнездо – это уже слишком. Ну что, начнем? Сначала мы уберем длину. Смотри, сколько мы обрезали волос. Теперь выстрижем затылок. Немножко водички. Профилируем челку. Смахнем волосы с лица. Высушим феном и финальный штрих – капелька геля для волос. Нравится? Да. Спасибо. Пока. Эй, у меня тут проблемка. Салон уже закрыт. Иди-ка домой, мальчик. Это тебе, детка. Я кое-что придумала. Садись, сделаем тебе супер стильные ушки. Ну вот, другое дело. Спасибо тебе. Фоточку на память. Скажи чиз. О, мои глаза. Забавно получилось. Я ничего не вижу. Ты у меня такой милый. Мой котик. Мур-мур-мур. Да, я самый стильный и самый милый. Теперь везде его шерсть. Кто тут самый лучший кот на свете? Кэтнеп самый лучший. Это ужасно. Сделай мне массаж головы. Сейчас сделаю. Кайф. Теперь у меня новая прическа. Так, что тут у нас? Пушистик. Подпишу фото. Цепочка? Откуда она? Это я нарисовала ее на твоем фото, представляешь? Давай сделаем еще парочку. Добавим пирсинг на ушки. Браслеты на руки. И еще цепочку на шею. Да, стильно получилось. Как был облезным котом, так и остался. А ну, брысь отсюда! Китти, что такое? Кто этот мальчик? Какой мальчик? Он только что был тут, такой мелкий и противный, глазами хлопал. Но здесь нет никакого мальчика. Лузер, тебе показалось. Включаю магнит. Но я точно его видел. Оу, меня тянет вверх. Ой, Кэтнеп, что с тобой? Я не могу спуститься, это все он виноват. Но там никого нет. Сейчас будет весело. Ой, бедный мой. Я найду его и оторву ему голову. Оу, Китти. О, нет! Ребята, пожалуйста, поставьте лайки, чтобы Китти очнулась. Так ты еще и плакса. Ах ты ж. Ой. С маской будет надежнее. А ну, брысь отсюда. Ах. О, котик. Тебе так идет эта маска. Добавлю одну деталь. Вот так. О, ты такой милый. Фу, гадость. Люблю тебя. О, аж голова закружилась. Лузер. Ах ты ж. Я вернулась. Упс, поймал. Пусть украшает прическу. Вау.
Теперь за дело. Повернись к зеркалу. Вот так, новый образ готов. Что скажешь, детка? Оу, здесь становится слишком жарко. Оу, моя футболка. Упс, там дырка. Надо что-то придумать. Сейчас я все исправлю. Где этот мальчишка? Суперклей сделал свое дело. Я тебя из-под земли достану. Отлично получилось. Очень стильно. Ну, хвост, это лишнее. Уходи давай. Решение есть. Дай сюда. Что это вы придумали? Я не дам ничего отрезать. О, боже. Вот билеты в хвостатый круиз. Пусть он едет в круиз для хвоста. Пока. Ну ладно, пусть отдохнет. Пока. Удачи тебе. Ты самая лучшая. Спасибо за помощь. Хохолок торчит. Сейчас исправлю. Подожди. Вау! Это еще что? Спасибо тебе, Кэтнеп. О, как это мило! Как я счастлива, мои дорогие! Вы не видели мальчика? О, Пол, ты нашелся! Наконец-то! Пока! Смотри, там детки. Иди поиграй с ними. Ай, потише, эти дети. Итак, вернемся к делу. Ага, отлично. Привет, хотите поиграть в машинки? Давай! И что с ними можно делать? Мы можем устроить гонки. Не будет никаких гонок, уходи отсюда. Ой, что это? Машинка? Эй, не ссорьтесь. Я вас проучу. Будете знать, как нужно дружить. Та-дам! Yes. Что это? Привет, ребята. Что это за место? Что с моими руками? Что происходит? Что с нами будет? Будет весело. Ну что ж, гонки начинаются. Где я? Поворот! Лево руля! Получилось! Что происходит? Сейчас я догоню их вперед! Так, а что это за кнопка? Ускорение! Теперь я первый! Так нечестно! Я почти на финише. Ура! О, нет, почему она не едет? Посмотрим на карту. Вам нужно будет пройти 4 этапа. Мойка, тюнинг, тест-драйв, доставка груза. Первое задание – помыть машины. Почему вы стоите на месте? Вперед! Братик, где ты? Ха, это было бы слишком легко. Повысить уровень сложности. О, нет, осталось только одно ведро. Так, так, так. Ну и кто быстрее? О, ты поймал меня. Я не мог позволить тебе упасть. Спасибо. Романтика. Бе. Пока они так любезничают, помою свою машинку. Еще протру диски. И тут тоже наведу чистоту. Я молодец. Хорошая работа. Теперь ваша очередь. Ой, точно. Ладно, идем. Так, кажется, я нашел решение. Я молодец. Что же мне делать? Она такая грязная. Фу, гадость. Где мои салфетки?
Ну вот, другое дело. Хм, а это идея. Какая мерзость. Фу. Еще тут протру и двери помою. Мои чудесные салфеточки уберут всю грязь. Осталось только отмыть стекло. Ну что, вы уже готовы ехать дальше? Я полностью готов. Уверен, что выиграю эту гонку. Ты слишком самоуверен. Китти? Привет! Я собираюсь выиграть гонку. Ну, это мы еще посмотрим. Первая миссия выполнена. Теперь тюнинг. Браво! Молодцы! А теперь на старт! Ай! Вперед, поехали! Теперь тюнинг. Ну что, сделаем тюнинг нашим тачкам. За работу. Это то, что нужно. Сейчас наведу красоту на мою машинку. Возьму черную краску, валик и за дело. Вот теперь совсем другое дело. Роскошная тачка получилась. Всем на зависть. Хм, какой же цвет мне выбрать? Нет. Что же такое придумать? О, есть отличная идея. Мой любимый лак для ногтей. Привет, детка. Требуется мужская сила. Давай ее сюда. Вредная банка. Что-то он долго. Надо ускорить процесс. Открылась! Я силач. Сейчас перекрашу машинку в мой любимый цвет. Да чего красиво получилось. Кто молодец? Я молодец. Идеальная работа. Чем бы еще украсить машинку? Можно поменять руль. Добавлю игрушек в салон. Они такие милые. Посажу на капоте парочку. И еще, и сюда. Все мои сестры со мной. Вот теперь получился идеальный Китти-мобиль. Я тоже хочу сделать себе тюнинг. Идеальная поверхность. Сейчас вырежу из него супер-месяц. Ку-ку. Круто получилось. Подкрашу тут еще кусочек. Что? Кисточка? Что за ерунда? Покрашу полумесяц. Ну нет, два раза я не попадусь на это. Отлично получилось. Такого крутого кресла ни у кого больше нет. Какой же я молодец. Добавлю еще наклейку на капот. Фух, а как же я? Так не годится. Сейчас исправлю. Ну вот, теперь другое дело. Круто! И вот еще пара наклеек на двери. У меня будет самая крутая тачка. Ай, хвост! Ну уж нет, это у меня будет самая крутая тачка. Что бы еще добавить? Парочку молний на лобовое стекло и сюда тоже. Хорошая работа. Лампочки никогда не помешают. Как красиво получилось, круто! Ой, совсем забыла про вкусняшки. Шоколада много не бывает. Пожалуй, начну прямо сейчас. Все-таки у меня самая тюнингованная тачка. Тюнинг завершен. Следующее испытание – тест-драйв. Может, он его видел? Ну, давай же, поворачивай. Извините, вы не видели этого мальчика? Это мой младший брат, он потерялся. Вот черт, не видел такого. Что же мне теперь делать? Удачи в поисках. Ага. Ну что, все готовы? Готовы, вперед! Чур я первый. Право руля, лево руля. Я прирожденный водитель. Испытание пройдено успешно. Теперь моя очередь. Мяу. Ну нет, это слишком легко. Увеличу яркость до максимума. Ой, как солнце слепит. О, я сбила конусы. Сейчас все поправлю. Это потому, что я забыла надеть очки от солнца. Вот теперь другое дело. Все получилось.
Я на месте. Ура! Тест-драйв пройден! Следующий этап – доставка груза. Ну что ж, вперед! О, моя коробка! Да это же легкотня! Поехали! Упс, свалилась. Надо как-то ее закрепить. Но сначала надо подкрепиться сладким. О, я придумала! Лупа детектива Пикачу и солнечные лучи. Получилась клейкая шоколадная паста. Да! Вкусно! Теперь приклею коробку. Поехали! Чао, лузеры! Мне тоже надо как-то закрепить груз. О, кажется, я придумал. Теперь хорошенько приклеить коробку, и можно ехать. Эх, не могу сдвинуть, тяжелая. Не получается. О, Китти, нужна помощь. Отойди, детка. Предоставь тяжести мне. Сюда, пожалуйста. Тяжелая. О, нет, дальше я сама. Спасибо за помощь, мой герой. Осталось завязать бантик. Идеально. Я почти у цели. Ну уж нет. Функция шипы активирована. Ура, финиш. О нет, что случилось? Мои колеса. Шипы? Что же делать? О, Китти! Ла-ла-ла! Китти, стой! Стой! Уф, успел! Ты снова спас меня! Надо убрать эти гадкие шипы с дороги! Я не могу ехать дальше, а ты можешь! Пока, лузеры! Ты можешь ехать дальше, Китти! Нет, я не уеду без тебя! Есть идея! Заклеим твое пробитое колесо! Та-дам! Спасибо тебе, Китти! Обожаю тебя! Моя машинка! Теперь мы можем ехать дальше! Дай лапку! Мур-мяу! Мур-мяу! Тыщ, тыщ, тыщ! Ой, что это там? Им слишком легко! Откуда на дороге Лего? Как же его собрать? Надо подумать! Придумала. Соберу башню. Класс. Ой, все развалилось. Они меня обгоняют. Прощай, милая башенка. Еще немножко осталось. Что случилось? Полиция, вы превысили скорость. Покажите ваши права. Простите, офицер, я просто тестировал новый режим турбоулитка. Вы могли кого-то сбить. Будете платить штраф? Или арест? 100 лет в тюрьме. Сейчас поищу деньги. Ну, тогда арест. Нет, подождите. Кто-нибудь помогите мне, пожалуйста. Что? Кэтнепу нужна помощь? Уже еду. Выходите из машины или платите штраф. Что тут происходит? Как хорошо, что ты приехала. Нужно заплатить штраф. Окей, держи. О, супер, штраф оплачен. Спасибо за помощь, Пикачу. О, посмотри, что это там такое. Где? Вот же ж, обогнал меня. О, нет, моя машинка. Заводись давай. Разряд! Что же мне делать? Все пропало! Гонка проиграна! Надо помочь Пикачу! О, ты мне поможешь! Круто! Вперед к финишу! Он не едет! Мощности не хватает! Что же делать? Даже не знаю! О, девчонки, вы тут застряли? Не волнуйтесь, помощь уже здесь! Оп! Готовы? Поехали! Наконец, заправка!
Сейчас заправлю свою машинку. Полный бак. Готово. Да. Ребята, вы такие классные. Вы меня простите за мое поведение. Простим. Вот это совсем другое дело. Мы команда. Друзья навек. Ура! Теперь едем к финишу. В итоге побеждает дружба. Вперед! Ура! Гонка окончена! Yeah!